Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И я так думаю, что пойдем мы все-таки, наверное, сейчас будем прокачивать орб, так как у нас уже есть алтарь, и нужно нам прокачать орб. Так, ну сначала давайте вот это все мы, наверное, поставим сюда, что мы тут можем. Вот так, сюда, вот это. И сюда. Вот так. Сейчас, секундочку. Винона так у нас эволюционирует? Нет. Ладно. Так. Ну что, ребята, идем мы, наверное, опять куда-то прокачивать наших покемонов. Или даже можно пойти куда-то в шахту, опять на поиски фосила. Нужно еще, ребят, еще один фосил нам не хватает. Так. Ну, где-то. Или, например, вот сюда куда-то. Опять может грудом заспаниться. Так, ну, ух, я забыл орб взять. Идем домой, главное не выкинь сейчас. О, босс на крыше, офигеть. Сейчас, как бы нам... Ну, где ты? Так, ладно, давайте как-то вот так. Где он? Вот, наконец-то. Сидел он что-то там. Так. Да ты... Вот. Так, все. Ну, все, давай, убиваем уже его. Так, отлично. Что там выпало? Нужно нам идти все-таки сразу же, наверное, взять орб, чтобы его можно было сразу начать прокачивать. Чтобы потом заспавнить Забдоса, да. А есть уже, в принципе, алтарь, да, вот он. Отлично. И нужно, ребята, пойти. Вот то, что Грудона еще нету. И, в принципе, если он будет, то можно считать, у нас уже есть все легендарные. Так, сюда. И опять забыл. Так. И где оно? Сейчас мы... Так, ладно, пойдем. Я вспомнил про остров, ребята. Где же мы всегда качались? Но я не помню, где он... где он находится? Он, у меня тут столько арбов. Так, отлично. Где находится вот тот остров? Честное слово, не помню. Сейчас мы, если будем много тпшиться, то выкинет. А этот у нас есть? Нет, его у нас тоже нету, ребята. Нужно... О, да, там босс. Да и... Или у меня просто что-то приглючило и в голове, и... или я там босса видел, зеленого. Фиг его знает. Может, показалось, но... Так, ладно. Тут у нас чё? Тут нифига. Тут чё? О, босс. Но он в земле, поэтому туда мы не будем идти. Главное, не выкинь. Потому что мы много тпшимся, и это действительно может выкинуть. Так. Куда бы нам... Я, если честно, не помню, ребят, где этот остров был. Нужно потом его будет найти. Так, ладно. Нужно искать боссов. Боссы. И... Ну, чё-то вообще нету. А, да, в принципе, нам сейчас же не только боссов нужно. Нам как-то все равно, да? Мы же качаем орб. Точно. Я и забыл. Да где этот же остров? Просто то, что я не хочу много тпшиться, так как выкинет. И... где он? Ну, где... Он где-то вот тут сверху был. Ну, приблизительно где-то вот тут. Приблизительно. О, уже сейчас выкинет. Так. Ну, где этот остров находится?
Или действительно, ребят, давайте пойдем-ка мы в шахту. Ну, как бы на чуть-чуть, может, вдруг да найдем мы фосил. Может. Просто так хочет, еще один фосил нам не хватает, и нужно его найти. Ну, просто нужно, чтобы знать, что есть у нас уже все фосила. Там где-то лава, поэтому... Поэтому как-то нужно поосторожней. Чё-то тут вообще нифига нету. Вот тут куча гравия, но... Я не знаю, спавнится ли так фосил. Просто он как-то не в шахте, можно сказать, а просто в земле. Ну, как это объяснить? Нет, тут нифига нету. Ну вот там где-то лаву я слышу, но... Надо мной? Нет, вот есть какая-то тут шахта. О! Вот где лава. О, еще. Ух, ребяточки, мы алмазы нашли. Сейчас я не знаю, зачем нам будут нужны алмазы. Наверное, все-таки на покупку там, например, мастерболов или шани. Что-то такое. Да. Так, тут. Может, будет какой-то фосил? Главное сейчас не бабахнуться в лаву. Так, нет, тут нифига нету, как я понял. Давайте пойдем сюда. Тут у нас и фосил, и лава, и... Давайте как-то мы вот так сделаем. Так, сколько у нас там уже алмазов? И все, вроде там уже больше нет. Да, сколько у нас алмазов? Ух ты, нифига себе, 23 алмаза. То есть мы уже себе можем купить 4-5 мастерболов. Офигеть. Так, ну давайте еще, может, фосил тут где-то. Нет, фосила тут нету, ребята. Так. Чё? Ну давайте все-таки пойдем куда-то дальше. Тут еще опять куча гравия. Давайте попробуем. Может. Нет, нету. Так, тут у нас что? Тут у нас тоже куча гравия. Ой. Так, главное сейчас лаву не упасть. Так, тут тоже нифига нету, да? Ладно, идем мы вот сюда. Ну, в принципе, алмазы так нормально, да? Можно за них тоже купить себе потом даже тех же шайни. О-о-о. Еще алмазики. Так, нормально. Сколько... Так, что-то опять глючит немного. 36 алмазов, ребята, офигеть. Вот сразу бы, наверное, нужно было в шахту пойти, а не искать боссов. И сразу бы мы себе, наверное, такое количество алмазов добыли, что с этой киркой, да? Ну, в принципе, ладно. Купили уже, да купили. Так. Тут я не знаю. Под собой тоже как-то копать неохота. Давайте отойдем немного. Нет, тут нифига нету тоже. И опять лаги, сейчас где-то залагает и в лаву. Так, тут что-то. Нет, тут тоже нифига. Да ты чё-то вообще капут. Сколько мы уже... Алмазики. Алмазики. Еще может... 50 алмазов, охренеть, ребята, это кирка. Так, тут нифига. Ну, зато, ребята, если так считать, нам еще нужно 100 алмазов, и мы себе сможем купить шайни. Офигеть. То есть алмазов уже куча, можно сказать. Так, давайте сюда поставим. Тут
Тут... Ух ты, сколько тут гравия. Офигеть. Но как всегда нет фосила. Ну, как всегда нет, да, как бы он не всегда же есть. Это же понятно. Так, тут нет, тут нету. Тут мы проходили, да? А, сейчас, тут что у нас? Тоже нифига. Давайте, может, на ту сторону перескочим и попробуем что-то тут найти. Может. Так, давайте-ка мы как-то перейдем вот так. А, да что, ну я говорю, просто эти лаги. А, так, ух, там у нас какая-то... Туда мы спускаться не будем, или наоборот будем, так как тут, в принципе, дальше прохода никуда нету. А вот тут, может, и фосил бы. Может. Сейчас поищем. Ну, не то, что поищем, но как бы тут... Нет, тут фосила, ребят, не будет, 100%. Ну не знаю, может, тут я знаю. Я... Нет, нету. Так, ну, нам нужно назад возвращаться. Да, с шейдерами как-то не очень в шахтах ходить. Как-то уж слишком непонятно. А где я вот... Это вот тут было? Да, вот тут. Так, тут что-то. Есть еще гравий, может сейчас что-то да и будет. Нет, тут нифига нету. Тут тоже. Так, ладно, ребята, сейчас мы будем возвращаться домой или еще куда-то. О, ну ты у нас уже есть, да? Вроде. О, ну, ладно, это нам не очень так нужно. Опять лопата уже почти что сломалась. Как вот она быстро. Ну, в принципе, да, как этот гравий же копается быстро. Нет, тут тоже ничего нету. Хотя... Просто куча гравия, и может где-то он там заныкан фосил. Нет, не заныкан, тут его нету. Давайте-ка мы пойдем еще вот сюда. Если будет что-то, то будет. Нет, нет. Так, тут нифига. Вот я боюсь, если я сейчас, ребята, тпхнусь, то выкнет. Что делать? Ну давайте хотя бы вот куда-то, фиг его знает. Давайте вот сюда тпхнемся. Но то, что лагает, да. Конечно, немного лагает. Ладно. Хотя нет, тут уже не очень. Так. Сейчас, ребят, наверное, все-таки мы идем домой. В принципе, тут больше уже нифига делать нету. Не, ну как бы... Да нет, все-таки думаю, нет, нам нужно вот тот остров найти. А где тот остров находится, я не представляю. Ух, так, да, 50 алмазов, ребят, это вообще капут, много. Так, ну что, идем мы, наверное, все-таки домой, поспим. О, это что-то, это босс, да? Так. Ну, вот. Так. Ну, в принципе, так. Ладно. Идем мы домой, поспим. Да я уже. Ну, в принципе. Что можно еще? Куда можно еще сходить? Фиг его знает, ребята, честное слово. Куда можно сходить? Вот сейчас, наверное, все-таки... Да куда я иду? Сейчас мы все-таки, ребята, просто-напросто, наверное, будем
пытаться. Ну, фосил потом, наверное, будем пытаться найти. Будем. Нужно прокачать просто-напросто вот этот орб. Если. Может, найдем еще, да, тот остров, где мы его всегда качали. Вот просто там куча всяких покемонов спавнится, очень много кучами. И вот там просто качать вот эти РБ. Но я, честное слово, не помню, где он был. И если я сейчас буду много раз ТП-хаться, то просто-напросто будет выкидывать, да? Так. Нужно боссы. Боссы, боссы, боссы. Метанг, Нумел... Вот этих всех нужно прокачать. О, так, 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 так. Нет, нет, нет. Сначала домой. Сколько у нас там Rare Candy стоит? Нет, ух, там сначала босс. Magikarp. Сколько у нас Rare Candy стоит? Magikarp. Вроде... Не помню. Magikarp. Не помню, сколько там Rare Candy у нас стоит. Чтобы реально можно было и прокачивать. Но не помню. Да, да ты ж... Ну давай ты уже. Слушай. Ты. Так, давай. Давай, убей. Да твою... Ты, ну ты чё, прикалываешься, что ли? Так, ну чё? Чё-чё-чё? Это у нас тут, походу, 3 алмаза, 3... И 5 Rare Candy. У нас 50 алмазов есть. То есть мы сможем себе купить сейчас, например, где-то... Давайте купим 30 Rare Candy. И это уже, в принципе, дофигища, ребята. Тут что мы можем себе купить? Давайте 3-4 мастербола себе купим. На это давайте купим себе 3 ультрабола. Ага. И давайте вот тут мы себе еще вот на это докупим Rare Candy. Отлично. 45 Rare Candy. Шайни, если что, может потом и как-то и купим. Посмотрим. Ну что, ребята, сейчас мы, наверное, прокачаем 45 Rare Candy, это, в принципе, дофигище. И будет кого прокачать. Так, сейчас давайте еще вот где... Вот так. Нужно... И пойдемте прокачаем. 45 Rare Candy. Где они? Вот. Ну что, давайте сначала, я не знаю, давайте метанга прокачаем, так как он прокачивается где-то там, фиг его знает на каком уровне. Чё ты выкидываешь железо или фиг его знает? А, вот, 45-й. Ну давай, прокачивайся, прокачивайся. Отлично. Давай. О, кто-то... Нет, кто-то там в наш дом зашел. Вот так. Чё бы нам тут... Вот он, ребята. Сейчас давайте Нумела. Да чё ты выкидываешь тут... Вот это железо. Давай, Нумел уже тоже эволюционирует, отлично. Давай. Шайни, шайни. Ух ты, коровушка какая. Так, ладно. И вот давайте Венуната. Сколько ему там осталось уровней? О, в принципе, уже эволюционирует. Тоже шайни. Ну давай.
Отлично, ребята. Так, вот. И вот это. Так. О, сейчас сначала там у нас босс. Так, давай уже вот, отлично. И вот так. Сейчас идем и поставим вот этих покемонов в компьютер. Ну да, так, и, ребята, кого бы нам сейчас прокачать? Кто там у нас вообще есть, кого можно прокачать? Я, если честно, не помню. Кабуто, да? Так, этого ставим, этого ставим, этого ставим. И давайте возьмем. Шайни Литвик точно у нас есть. Тропинч у нас есть тоже шайни. И Кабуто. Отлично. Так. Вот так. Сейчас мы их тоже будем прокачивать. Вот Тропинча, я так думаю, что можно прокачать с Раркени, потому что он, в принципе, очень такой прокачивается на большом уровне, поэтому его, мы думаю, можем прокачать с помощью Раркени. А вот остальных, Кабуто мы как бы будем прокачивать, и Литвика тоже. Давай. Отлично. Где ты? Давай, на каком ты там уровне прокачиваешься? Вот, отлично. Давай. Прокачивайся. Ну, давай, давай, давай уже. Ну, давай уже, ты валяцинируй. Ух, какой, какой офигенный шайни. Ладно, ну... Так, вот он. Сейчас мы его, в принципе, уже поставим в компьютер. И возьмем на прокачку. Кого мы там возьмем? Возьмем мы, наверное, кто тут у нас есть? Тут у нас есть только вот Кьюбон. Сейчас мы его, в принципе, тоже будем прокачивать. Но ну давайте тоже его прокачаем. У нас еще тут немного осталось Раркенди, который мы можем на него прокачать. Кьюбон. Если что, потом еще докачаем, если не хватит. Да, похоже. А, нет. Он уже эволюционирует. Много-много, ребят, мы покемонов прокачали. 5 покемонов мы прокачали. Приблизительно. Ну, где-то, ну, в принципе, Кьюбон. Где-то да, вот так. Вот. Отлично. И, ребята, сейчас мы его уже ставим в компьютер. Вот, давайте поставим его вот сюда. И возьмем вот тебя, Ченси. И потом нужно взять штучку, которая эволюционирует, ну, тебя потом, ладно. Ребят, давайте, в принципе, уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.